Женя, ну что, я тебе сейчас устрою блиц для нашей русской теленедели. Ага. Загибай пальцы, значит, то, что да, поехали. А в детстве ты был хулиганом и сидел на последней парте. Ага. Так. Так, помогал маме воспитывать младших братьев. Переехал в Москву из Краснодара из-за девушки, с которой расстался. Ну, там, ну, типа того. Да, так. Свой первый миллион заработал в 21 год. Раньше. Так. Твой натуральный цвет волос темно-русый. Нет. Ага. Любишь исторические фильмы? Да. Угу. Твой главный критик – Карина Кросс. Да. Да, отлично. В 25 лет планируешь завершить карьеру? Хотелось бы. Ага. Всех денег не заработаешь, твое выражение. Угу. Так, ну, твоя главная... Возможно, не мое, но... Ну, я имею в виду, она к тебе имеет отношение, да. А, твоя главная мечта – самореализация? Нет, собственная страна. Вот видишь, как мы насчитали, 7, да, 7, 7, 7, да. Ну, это достаточно. Ну что ж, спасибо тебе за этот плиз, спасибо огромное.